Итак, сортируем Викторию на более крупную и мелкую. Хорошенечко промываем. Теперь нужно отделить хвостики аккуратненько от нашей ягоды. Но хвостики не выбрасываем, они нам еще пригодятся. Крупные ягоды раскладываем в контейнеры. Я забыла купить одноразовые. И вот все, что нашла. Будем использовать. Вот что пока получается. Мелкую ягоду пробиваем блендером. По желанию можно добавить сахар, но я не стала добавлять. Я нынче сладкая. И вот таким макаром. Заливаем. Обалдеть, мне не хватило. Вот в таком виде я отправлю ягоду в морозилку. Не хватило у меня пюрешки на вот эти контейнеры. Не беда. У меня еще есть красное и белое. Сейчас промоем и добавим. Ну вот, с ягодами закончили. Ягоды в морозилке, а у нас остались плодоножки, хвостики. В общем, говорят, они жутко полезные. Иммунитет поддерживают. Их нужно высушить и добавлять зимой в чай. А можно и так заваривать. Вот и все.